Да, открывай. Я пока посмотрю пиццу. Итак, доставка из Мака. Он же боулинг, он же пицца, суши, роллы, гриль. Пицца холодная. Ну как, еле-еле теплая. А ну-ка, здесь тоже еле теплая. Опоздали на 32 минуты. Сказали за час, приехали через час 32. Ну, как-то надо коробочки им, наверное, другие. Это нормально, да? Палки. Попросил два комплекта, дали три. Соевый. Тоже он капает. Ну, в общем, сейчас попробуем. Так, по поводу пиццы. Не разогретая. Вкусная. Разогретая тоже вкусная. Да. Греется хорошо. Ничего потом не тянется. Вкус не меняется. В общем, понравилось. Тесто вкусное, сладкое. Пиццу можно брать. Так, сейчас будем пробовать вот эти. Название я здесь сбоку напишу, потому что я их не помню по названию. Видать, доставщик по дороге упал, потому что все было здесь накидано. Ну так, в целом, нормально, и не расквасились. Рис теплый, значит, свежий. Лист вот этот плотный, не такой, как когда в домашних условиях делаешь. Так, состав я не помню, название опять-таки выведу вот здесь сбоку. Очень большие. Это кунжут, да? И черный, и белый, это все кунжут. Так вот выглядит. Очень аппетитно. И тоже много и имбиря, и васаби. Тоже теплый рис. Свежие. Очень вкусные. Здесь тоже всего достаточно. Это, скорее всего, угорь. Тоже вкусный. И все так гармонирует, ну, не перебивает одно другое. Кажется, кунжута много, но в меру. Угу. Единственное, что я огурец плохо чувствовал, ну, потому что он там тонким слоем. Много очень васаби, имбиря достаточно, вот еще осталось. И очень перченые. Поэтому, кто любит перченое, понравится. Кто не любит, может не понравиться. Тем более, что еще тут васаби полно. Теперь вот такая. Еда. Тоже здесь все у нас смешалось. Очень вкусный имбирь везде. Судя по всему, с одной банки. Сейчас будем пробовать. Выглядит, конечно, не очень аппетитно. Как-то все в каком-то соусе. Так, эти тоже понравились. Риса тут меньше, потому что добавили еще один ингредиент. Тоже они такие перченые. Судя по всему, здесь угорь. Названия я все вклею. Получается, вот это первое ели, вот это второе, и вот это третье. Везде всего достаточно, то есть это на троих вот порция ролл и пиццы. На троих, вдвоем это просто уже объедение будет, перебор. Ну, соуса достаточно, даже предостаточно. То есть осталось сколько соуса? Половина, да, здесь? Ну, чуть даже больше половины. Больше половины соуса, то есть он пойдет уже... Другое блюдо. Да. Ну, теперь на десерт. То, что мы не заказывали. Ну и как выглядит чек, который я оплатил при получении всей еды. В общем-то, все позиции. Рубли ПМР для тех, кто думает, что это рубли российские. Так что курс примерно там 16 рублей с копейками. Можете делить, смотреть, сколько это в долларах и, в общем-то, переводить в свою валюту. Заказ делал через сайт. Вот как выглядит заказ. И сейчас покажу, что входит в каждый ролл. Пицца бывает двух видов, 30 в диаметре и 42 в диаметре. И вот что входит в состав. Пицца очень вкусная. Ролл острый с угрём. Честно говоря, вот этот ингредиент очень смущал, поэтому брал с опаской. И точно такой же ролл уже с лососем. Вот ингредиенты. Вот роллы, которые Канада, большие самые. Thank you.